Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Понятно. Чем знаменит Иван Сусанин? Был великим путешественником. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Невский. Назовите страну, название которой состоит из двух слов. Усть-Илимск. Страну. Страну. Куала-Лумпур. Страну. Нью-Йорк. Сколько было мировых войн? Я обязательно прямо отвечать на все вопросы? Нет, конечно. Кто изображен на памятнике «Медный всадник»? Кто такой Ленин? Блин, а что за вопросы вообще? Я потерялась. А кто такой Леннон? Кто? Леннон. Не знаю. Почему Герасим утопил Муму? Потому что Муму плохо себя вел. Кто такой Че Гевара? Не знаю. Чем известны Хиросима и Нагасаки? Вы откуда родом сами? Из Японии. Папа японец, да? Да. А мама русская? Да. Хиросиму и Нагасаки не знаете? Вот что-то на слуху, я забыла уже, не помню. Кто написал роман «Идиот»? Не знаю. А роман «Идиотка»? Тоже не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в положении о конкурсе сказано, что главной целью является выявление самой активной, образованной, духовно развитой и красивой женщины-матери. Вот давайте начнем с активности. Ну, социальной активности у меня особо нет. Нет. А вы работаете? В данный момент не работаю. А когда-нибудь работали? Нет, пока не приходилось мне работать. Тут говорится о выявлении победительницы путем равного состязания участниц. Было ли оно равным? Ну, может быть, оно не было равным, потому что многие выигрывали, да, внешне, многое выигрывали тем, что они хорошо поют, да, а что вы? Это важно. А вы чем взяли? Я, к сожалению, не знаю, чем я взяла. Ну, может быть, эрудиции, вот тут говорится может об эрудиции. Может быть, потому что я каждый день старалась выглядеть красиво, да, я каждый день. Может быть, что в этом такое, году... Что такое эрудиция? Это я вам рассказываю, подождите. Я каждое утро собиралась на завтрак, длинное платье, накрашенное, уложенное, поэтому решили наградить меня такой короной. Хорошо. Вот тут еще в положении о конкурсе говорится, что помимо дефиле предполагается конкурс неожиданных вопросов. Угу. Был конкурс? Ну, конкурса такого прям не было, неожиданного, потому Скажите, что... Скажите, пожалуйста, неожиданный вопрос. Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Ну, наверное, все-таки, ну, наверное, все-таки Солнце. Нет, Земля. Так Земля или Солнце? Я не знаю. Творческие способности и таланты. Какие у вас творческие способности? Ну, я даже не знаю, как сказать, потому что если я и пою, то я пою просто для себя, это в караоке, да. Танцевать я особо тоже не танцую. Но я с детства ходила в музыкальную школу, на фортепиано, хор, естественно. Скажите, пожалуйста, кто написал «Полонез» Огинского? Нет, не спрашивайте меня, не буду позориться. Ну, серьезно, кто написал «Полонез» Огинского? Я не знаю. А «Грибоедовский вальс»? Не надо меня спрашивать. Я далека от этого. Как матери двух детей. А кто такая Агния Барто? Ну, наверное, она тоже мама. Ну, а Самуил Маршак? Нет, это далеки от меня вопросы. Понятно. Спасибо большое. Это была Инна Жиркова, «Миссис России-2012». Спасибо.